Ну, точность энергетического оружия 50, у нас 55 раза больше, чем у Булава. Ну, средство было чуть-чуть менее, это там 10%, 11%. Ракет, торпеда, что-то. Ну, полуэсминца вынесли, а... В общем, он до залпа оставалось там что-то секунда. Мы нажали, он ничего не случилось за ним. Залп не дал поясниться. И сказал, что не сделали, что долететь ракеты с ума, но типа не состоялся. Ну так бы и эсминцы в их гайке были. Ну это хорошо, чтобы за ванпосты, вот военный ванпост. Ну космофабрика строит, мы не тратим никаких типа денег туда. И ресурсов никаких не тратим. Ну как бы они считаются, что локальные, там система есть. Получается. Ну еще кто-то выпал. Главное, что фрегаты людей куда-то исчезли. В общем, плохо, что мы их не поймали. Нам флота нет лазить. Нам шипалось это не было. Такое впечатление, как вот злоган, что он исчезает. Ну, раз и люди исчез флот, а раз был рати с инкорами появляется. О, ты ёлк, седьмок, седьмок. Там три лидерских еще. Мы какого-то лидера вынесли. Вот сюда вот с линкором. Даже непонятно, что. Как мы его будем останавливать. 2310. Это не менее надо иметь вот этих параметров. Но желательно, потому что. Ну нету таких. У него флот не то, что не заканчивается. Только больше становится, скажем. Поворотом. Линкор. Сколько тут фрегат? Один. Или пара. Два должно быть. У нас немного фрегата. Ну 17 это. 4. У нас снизу пара 12. У нас же 4 получается. Линкор крейсер. 6. Ну у нас почти линкор с крейсером почти титан. Ну, и 4 эсминца это на линкоре. И фрегаты с ним. Ну почти равная сила, надо еще будет. А по показателям 772 по 2. По 2 тут. Это больше. Да тут, конечно, в 15, мы еще с 15. А, 15 там разобрали. И 14. 8 и 14. Это в разных случаях разное, просто что модификация типа выше там. Здесь 7, а тут. В общем, их сюда лучше перекинуть, если он сюда рванет, то мы станем на базовый, вот. Но мы рискуем тот форт потерять. Титан, мы не знаем, что титан. Линкор не прошивает, это еще в 2 раза больше. Мы что на базе принять будем. Ну нам получается только линкоры что поводить, если титаны пошли, ну только линкоры. Ну крейсер будет это, да. 12 кораблей, а в реале их 11. И крейсер линкор, значит 9 эсминцев.
8. 988 на 2400 обороны в год. Ну и чуть-чуть атаки. Ну вот линкор взлетел. Ну 776, это третий такой, который от этих от Булрати оценивать. Ну это пора эсминца в это крейсер. Если в линкорах считать, что тут три линкора и крейсер. Да, три линкора, да. Ну, три, да, линкора, да, получается. Если помощнее. Да. Но с атакой, да, он не то. Конечно, крейсер бы нужен. Нету. Уже 70 из 80 осталось. Еще один линкор будет 76. Линкор 3 фрегата. Ну, силовые фрегаты. Хотя мы глянем еще кое-что. Ну, фрегаты тяжелые, корабельные. Космический корабль. Ну что у нас тяжелая этот брать. И 66 мощность экрана. Ну маленькая, но у него скорость зато высокая. Но когда экран цепляет, то он не так как мимо корабля. Он быстро, если в экран попал. То все равно тут скорость перемещение 3,5, а скорость боевая 3,9. Тех линкоров. Боевая двойка скорость. А у тех линкоров выше. 2,4, то есть у нас только за счет форсажа мы выиграем. Линкор. Крейсер нам нужен. Этот или тот? А, G. Ну, один G какой-то выпустит. Heavy Hard. Тяжелая броня и Hard корпус. Усиленный 50%. Ну и не зро занимает только производство, а тут 478, а тут 513 производство. Наш который. 3-2, то есть по пушкам, 5 пушек, главное. Тут 4. А нету тут никаких ньюсов, ничего. Даже такого же не уводит. 8, а. Можно на одну уменьшить, чтобы ему поставить. Что-нибудь не сказать. А 9 ему не влезет. А не, он говорит 8 какие-то. На него вообще не уводит. Ну 380, а тут крейсер, есть у него ньюс. Но то нету. Ну это защитный крейсер. Ну 4 очка команды нет. Это одна база, звездная база, одна звездная база. Практически плюс один. И плюс Тахиона там связь. Плюс три. Тахаком. Крейсер. Это 6, но тут или по силам 2 крейсера или пара или линкор. Даже 188 там сколько? 190. 180 и 18 там 198. 177. Ну очки командования, да. Тут 2,250, а тут 975, это здесь меньше там. 812. А чё там?